Добро пожаловать на наш канал Hardtrust Info. В данном видео я вам расскажу, как поменять стиль экрана на устройстве Samsung Tab S10 Plus. Для этого зайдемте в меню приложений, выберем приложение «Настройки». И тут прокручивая вниз, выберем пункт «Обои и стиль». Нажмем «Из палитры цветов» и нажмем «Палитра цветов». Можем тут выбрать цвета обоев, либо основные цвета. И нажать «Применить». Идет загрузка, и наш стиль поменялся. Большое спасибо за просмотр данного видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube канал, и до новых встреч!